Всем привет! В этом видео я вам покажу, как я обустроил свою квартиру. Люди до сих пор спрашивают, сколько она стоит. Итак, давайте по ценам. Цена 20 миллионов рублей. Коммуналка получилась 12 тысяч в месяц. Вся мебель, техника получились у меня 500 000 рублей. Итак, погнали. Итак, как я себе и представлял, так я и обустроил квартиру. Здесь кинул диван. Кстати, очень удобный диван. Мне он понравился по дизайну. Очень удобные спинки. Их можно регулировать. Журнальный столик. Все подобрал, видите, вот в одном стиле. Очень удобно, что вот эти вот пуфики можно доставать, на них сидеть. Все в таком черно-белом стиле. Здесь любимая привезла сувениры с Нью-Йорка. Это с Чикаго. Здесь самая моя любимая вещь. Это визуализация. Здесь евро, здесь доллары. А вот эта вот картина стоит $303. Повесил плазму, внизу кинул роутер. Здесь у меня Bentley. Уже потеплело, скоро буду на ней гонять. Куда поехала? Стой! Здесь я кинул круглый обеденный стол. Но я пока за ним работаю, потому что мой стол еще ждать целый месяц. Это лампа с Мальдив. Также на стену повесили карту, на которой нужно отмечать те страны, которые посетил. Берешь монетку и стираешь. Но это очень неудобно. Кто хотел себе такую карту, лучше ее не покупать, потому что стирать очень напряжно. Я вот хотел стереть весь Китай, потом хотел стереть Индию, но это очень тяжело. Оно нормально не стирается. Короче, неудобная вещь. Здесь у меня стоит камера, комод. Вот такую фоточку нам подарили на Мальдивах, потому что у нас была самая крутая фотосессия. В прихожей тоже все очень просто. Переходим в спальню. В спальне тоже ничего лишнего. Две тумбочки, туалетный столик для любимой, комод и плазма. Ну вот, в принципе, и все. Пишите в комментарии, как вам квартирка. А сейчас погнали торговать. Итак, сейчас будет очень крутая торговля. Погнали, я заключаю сделку на понижение на 30 тысяч на одну минуту. Еще заключаю одну сделку на понижение на 30 тысяч. И еще одну сделку на 30 тысяч. Смотрите, какая здесь ситуация. Здесь восходящий скальпинг. У нас отличный уровень сопротивления. И от него я заключаю на понижение. Так, сейчас я вам нарисую уровень поддержки. Здесь вы все видите сами. Уровень поддержки. У нас был нисходящий тренд. И теперь тренд развернулся. И вот шикарный уровень сопротивления. Здесь я дождался, когда цена коснется уровня. Пошло движение вниз, и я сразу же начал заключать сделки на понижение. Эту ситуацию я очень быстро нашел, буквально за пару секунд. Увидел хорошую ситуацию, быстро включил запись. И начал торговать. Итак, у нас все сделки закрываются в плюс. Теперь как будем действовать дальше? Здесь будем заходить на повышение уже от уровня поддержки. Итак, у нас произошел пробой. Я выставляю 2 минуты и заключаю на повышение. На 10 тысяч, еще одну на 10 тысяч. Перестраховаться, видите, хочу и заключаю уже на 10 тысяч. Смотрите, почему я здесь заключил на 2 минуты, а там на 1 минуту. Вы видите, что когда я заключал на понижение, минуты было достаточно, а здесь я не дождался, когда график начнет движение вверх. Там я дождался, когда график начнет движение вниз. Я заключил на минуту, здесь я не дождался. И чтобы перестраховаться, я заключил на повышение на 2 минуты. Это, кстати, грубая ошибка, так я вам делать не советую. Нужно дождаться разворота. Вот, смотрите, прошел резкий пробой, сейчас срезаются все стопы. Но мы торгуем на бинарках, нам не важно. Нам нужно просто предугадать движение цены. Вот видите, я хотел отменить сделки. Так, смотрите, сейчас по поводу рекорда. Я поставил новый рекорд по количеству прибыльных сделок. Здесь ситуация складывается не лучшим образом. Видите, график сильно просел, посрезал стопы. Теперь, смотрите, график колеблется на одном уровне, и сейчас, понятное дело, произойдет разворот. Вот, сейчас-то уже нужно было заключать на 1 минуту вверх от этого уровня. То есть всегда дождитесь. Это я уже на опыте, вот могу заключить на 2 минуты. И что вы думаете?
Верхние две сделки у меня зайдут, смотрите. Последние секунды. График вырывается вверх, еще раз вверх. И первая сделка закрывается в плюс. И вторая сделка закрывается в плюс. Ну и понятное дело, третья сделка закрывается в плюс. На этом моменте я принимаю решение уйти с рынка. И вот так вот за 5 минут получилось заработать 98 тысяч рублей. А сейчас переходим к рекорду. Итак, к вашему вниманию, рекорд на Alimtrade по количеству прибыльных сделок. Те трейдеры, которые меня копируют, я думаю, так быстро уже не смогут записать видео. Но в любом случае я пожелаю им удачи. Итак, смотрите, если мне кто-то не верит, вы можете поставить мой часовой пояс плюс 2 на евро-доллар, на британский фунт-доллар, и все это вы можете проверить у себя на графике. Также, чтобы у вас отпали сомнения, я сейчас специально зайду в закрытую группу и все вам покажу, потому что вот эти вот сделки 2 числа, видите, в 18.14, у меня есть они в закрытой группе, смотрите. Вот, я даже прикрепил скрин своей торговли. И вот последний сигнал, смотрите, 18.14, британский фунт-доллар, вниз 1 минута, видите, 3 сделки. Вот, 18.14, британский фунт-доллар, 1, 2, 3, 3 сделки, на 1 минуту прогноз оправдался. В закрытой группе я даю сигналы чисто по скальпингу, потому что это лучшая стратегия. Итак, давайте вернемся к рекорду, вот, с этой сделки и ниже. Вот такой вот мой рекорд. Вот. Будем считать к возврату. Так что, трейдеры, которые меня копируют, вперед! Побейте мой рекорд. Так что, народ, добро пожаловать ко мне в бесплатную закрытую группу по заработку, где я обучаю людей скальпингу. Вход абсолютно бесплатный. Еще раз повторяю, за вход с вас денег я не беру. Вам просто нужно пополнить, будет свой счет. А сейчас подпишитесь на мой канал, подпишитесь в Инстаграм, Телеграм, все ссылки в описании. Обязательно, обязательно, обязательно поставьте лайки этому видео, поделитесь с ним с друзьями. Всем удачной торговли, пока!